Калининград – самый западный областной центр России с населением 475 тысяч человек. Имеет международный аэропорт, железную дорогу, шоссе, речной и морской порты, имеется кафедральный собор в стиле кирпичной готики, зоопарк и ботанический сад. Именно здесь в 1991 году родился Евгений, известный как Red White. Помимо него Калининград подарил комьюнити такого игрока, как Айман. Редди уже успел покорить много вершин за счет упорства, нестандартного мышления и принятия решений, а также так называемого везения или лака, от которого сдавали нервы у многих его соперников. Наверное, самый известный грааль-копатель в третьих героях на просторах СНГ. Мнения Red White в комьюнити очень и очень противоречивые. Одни считают его гением и нелинейным игроком, который творчески подходит к реализации своих раскладов, другие же наоборот считают его просто мегавезучим игроком вплоть до читерства. Среди достижений Red White следует отметить следующее. Он является победителем турнира White Unicorn 2009 года, занимал второе место на Кубке Анархии в 2010 году, становился победителем в Кубке Heroes Portal в 2011 году, также выигрывал турнир Благотворительный в 2015 году, а также турнир М200, в котором он занял второе место. В турнире Любимчики в бой 7 в 2015 году занимал второе место. В 2017 же году становился победителем турнира 9 королевств, который мы как раз и проводили с вами на портале Heroes World. В этом же году он выиграл еще турнир Путь к Олимпу и занял третье место в открытом кубке Санкт-Петербурга. Наверное, самым большим достижением Red White стоит считать победу на чемпионате СНГ 2018 года, которая была достигнута в фирменном стиле Редди с выкапыванием Грааля. Помимо героев, Red White успел покорить ряд вершин и в другой известной игре Hearthstone. За два года он выиграл там 6 турниров. Это Take TV Gaming Ba, MMA Open Cup Series Match, GCL Cup, который выигрывался дважды, Просто Cup Challenge и Калининград Hearthstone Cafe.